Здравствуйте, Валерий и Татьяна. Это видео про адаптеры с чипами, которые вы купили у меня. Сейчас я проверю каждый адаптер в моей камере. Итак, адаптер для Гелиоса М42 Nikon с линзой. Очень аккуратно обращайтесь с адаптером с чипом, чтобы не сломать контакты дуванчика. Поворачиваем, вкручиваем сюда объектив. Чип здесь запрограммирован. Фокусное расстояние 58 мм и диафрагмы от 2 до 16. Ловушка фокуса включена. И адаптер КПАН заводской с установленным чипом одуванчиком для Юпитера 37А. То есть тот адаптер, который у вас там стоит, М42, его открутили, вот такие же винты крепежные, сняли тот адаптер, поставили на его место этот адаптер и спокойно работаете с ним уже на Никоне. Здесь фокусное расстояние 135 мм, диафрагма от 3,5 до 22. Ловушка фокуса включена. Сейчас я их упакую и отправлю вам завтра. Сегодня, к сожалению, почта уже закрыта. Спасибо еще раз за покупку и спасибо за внимание.